Thank you.
теплом концерте детских эстрадных коллективов. Озорные девчонки, класс, ребята и солистов городского центра культуры и досуга города Лебедянь под руководством Анатолия Анатольевича Измайлова. Наша праздничная программа. И не случайно. Слушая прекрасные песни, люди становятся ближе друг к другу. Песня обладает великой силой сближения, а чтобы подружиться, достаточно только улыбки. С большой радостью мы приглашаем вас окунуться в волшебную страну песни, где происходят чудеса со звуками и голосами, где каждый ее житель очень любит петь и своим творчеством приносит людям радость. В этой стране чудес есть надежный друг и отзывчивый наставник наших ребят, руководитель детских объединений Анатолий Анатольевич Измайлов. Подарите ему свои аплодисменты. Сегодня на нашем празднике мы будем весь вечер наслаждаться музыкой, веселиться от души. Мы будем зажигать звезды и верить в чудеса. Так же, как верить в чудеса, детский эстрадный коллектив «Классные ребята» с музыкальной композицией «Чудеса». Встречайте! Thank you.
мероприятия городского центра культуры и досуга не обходятся без наших вокалистов. Конкурсы, фестивали — для них дело привычное. Каждому выступлению ребята готовятся очень серьезно, и это приносит высокие результаты. Юные артисты под руководством Анатолия Анатольевича Измайлова принимают участие в конкурсах разного уровня. Неоднократно они становились победителями и призерами международных, всероссийских, межрегиональных, районных и городских конкурсов. Город Воронеж, город Задонск, Липецк, Лебедянь, Валово – это лишь малая часть городов, которые посетили воспитанники. Мы приглашаем на сцену неоднократных победителей. Встречайте Селезневу Алису, Шишкову Анну, Селезневу Софию, солистку Душкову Анну с прекрасной песней «Папа может». Активную вокальную жизнь. Благодаря этому они стали большими друзьями, радуются успехам и переживают друг за друга. В коллективе установилась теплая, дружеская атмосфера. Дети с легкостью делятся мыслями, мечтами и добром. Встречайте, Кандаурова Елизавета с песней «Добро». Аплодисменты, друзья! Я люблю.
Какие сегодня красивые и чуть-чуть взволнованные наши артисты. Но и не только. Их родители волнуются не меньше. Лучший подарок для них – это успехи, достижения и, конечно же, улыбки их детей. И для вас вручить музыкальный подарок от самой юной звездочки – больных Анастасии с композицией «Ладошки». Встречайте! Yeah.
творчество вам дарит Сурова Алена. Музыкальная композиция «Детки-конфетки». Встречайте! Когда поешь на сцене, у зрителя реакция одна. Это бурные эмоции и несмолкаемые аплодисменты. Давайте и мы поддержим детский эстрадный коллектив. Классные ребята, которые спешат подарить музыкальную композицию «Солнечный дождь». Встречайте!
все времена солдатский дух укрепляли слова поддержки близких, а музыка и песни давали новые силы воинам. Музыка и песни объединяют наши сердца, заставляют их биться в едином ритме. Героям и участникам специальной военной операции посвящается авторская песня «Дождя не плачут небеса». Для вас поет детский эстрадный коллектив «Озорные девчонки». Встречайте! Правильно.
отвагу, где добро и правда белый свет берегут, где же вы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Мы стали всем за наших матерей.
восторге звучит саксофон. И мелодия эта, как сказочный сон. Звуки музыки льются в ночной тишине, и чарующим эхом приходят ко мне. Саксофон все звучит и волнует меня, в путешествие к музыке сердце маня. В эту музыку я окунусь с головой, и закружится в танце она надо мной. Мы приглашаем на сцену гостью праздничной программы Соколову Варвару с музыкальной композицией «Ночная птица». Встречайте! Селезнева София с музыкальной композицией «Песня Золушки». Давайте поддержим и подарим ей свои бурные аплодисменты. Приснилось мне, будто приснилось.
участницу «Петарда» Дарит Раджапова Валерия. Я хочу жить так, словно это последний закат, словно жив. Уже не ранит, я дальше листаю, и прошлого много людей словами пытаются был погасить, и только я верю, если взрываться, то в полную силу. И следующий челлендж — это взять и поверить себя. Скажу себе, давай сияй. Ты-т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 ы
Нельзя потрогать руками, но ее можно увидеть, услышать и прочувствовать. Она способна заставить нас плакать и смеяться. Она имеет душу и сердце. А детские голоса, словно лучики солнца, пробиваются сквозь снежную пургу и дождь, чтобы согреть людские сердца. Свое творчество от всего сердца вам дарит Светличная Косякова Алиса с музыкальной композицией «Летала и падала». Встречайте!
Ребята, с песней «Радость пополам». Давайте и мы разделим с ними радость. Приглашаем на сцену детский эстрадный коллектив «Озорные девчонки» с музыкальной композицией под названием «Как здорово все же родиться девчонкой». Встречайте!
свое творчество и хорошее настроение вам дарили детский эстрадный коллектив «Озорные девчонки». Ваши аплодисменты! Детский эстрадный коллектив «Классные ребята». Вокалисты: Сурова Алена, Кузнецова Глафира, Больник Анастасия. Аплодисменты! Мы с вами увидели дружное, яркое, зрелищное выступление. И все это благодаря руководителю Анатолию Анатольевичу Измайлову. Встречаем! Добрый вечер, наши уважаемые гости нашего мероприятия и, конечно, наши любимые, творческие, одаренные девчонки и мальчишки. Позвольте сказать слова благодарности вам, ребята. Сидели сегодня замом с Евгенией Александровной и обсуждали, как вы выросли за все это время, какими вы пришли сюда, на эту сцену. Вот. А сейчас вы уже себя чувствуете полноценными хозяевами сцены. Девчонки у нас на самом деле озорные, а мальчишки веселые, веселые ребята. Хочется сказать спасибо вам за ваш замечательный концерт. Настолько разнообразные были номера по жанру, по исполнению, по хореографии. Вам, ребята, огромное-огромное спасибо. Давайте поаплодируем нашим воспитанникам. Также хочу сказать огромные слова благодарности. Молодцы! Все вам, ребята, заслужили. Такой полноценный концерт на полтора часа. Хочу сказать огромные слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам за то, что вы настолько не успокоены, что вы находите время, возможности приводить детей на занятия. И в результате, по итогам, мы с вами видим такие замечательные номера, творческие номера, которые дарят радость не только нам, а всем жителям города Лебедяне и Лебедянскому району. И как не раз вы сегодня слышали в сценарии, что наши дети выезжают за пределы Лебедянского района, их знают в Липецке, в Воловском, в других районах, в Воронеже. Давайте вам, родители, ребята, поаплодируем. Ну и, конечно, огромнейшие слова благодарности нашему руководителю вокального ансамбля Анатолию Анатольевичу Измайлову. Все мы знаем, работать с детьми сложно, с одаренными, с творческими детьми еще сложнее. Но Анатолий Анатольевич находит подход к каждому ребенку, находит песни, которые подходят к ребенку, к его репертуару. Вот. Спасибо, Анатолий Анатольевич, вам огромное большое от администрации городского центра культуры «Досуга» и от всех присутствующих здесь в этом зале. Ну, так как у нас отчетный концерт, ну и, в принципе, мы подводим итоги, позвольте, я вручу грамоты. Грамотой награждается Селезнева София, воспитанница детского эстрадного коллектива «Озорные девчонки», за активное участие в общественной жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждается Сушкова Анна, воспитанница детского эстрадного коллектива «Озорные девчонки», за активное участие в общественной жизни городского центра культуры и досуга. Также грамотой награждается Раджапова Валерия, воспитанница детского эстрадного коллектива «Озорные девчонки».
грамотой награждается Кандаурова Елизавета, воспитанница детского эстрадного коллектива «Горные девчонки» за активную часть в общественной жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждается Шишкова Анна, воспитанница детского эстрадного коллектива «Озорные девчонки» за активное участие в общественной жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждаются Светличная Козьякова Алиса, воспитанница детского эстрадного коллектива «Озорные девчонки» за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Также грамотой награждается Селезнева Алиса, воспитанница детского эстрадного коллектива «Горные девчонки» за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждается Газина Вероника, воспитанница детского эстрадного коллектива «Классные ребята» за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждается Колыхалова Кира, воспитанница детского эстрадного коллектива «Классные ребята» за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждается Тюрин Максим, воспитанница детского эстрадного коллектива «Классные ребята» за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Также грамотой награждается Минин Димит, воспитанник детского эстрадного коллектива «Классные ребята» за активное участие в общественной жизни городского центра культуры и досуга. Грамотой награждается больных Анастасия за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Награждается Кузнецова Графира за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Также грамотно награждается Сурова Алена за активное участие в жизни городского центра культуры и досуга. Благодарственным письмом награждается руководитель вокальных ансамблей. Уважаемый Анатолий Анатольевич, администрация городского центра культуры и досуга благодарит вас за активное участие в общественной жизни городского центра культуры и досуга города Лебедянь и района. Выражает признательность за добросовестный и плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и творческое отношение к работе. Пусть каждый день в вашей жизни будет прекрасной и волшебной песней. Больше и больше аплодисментов, дорогие друзья. Нашим детям за ваш бесконечный труд, особенно за терпение. И мы уверены, что у нас еще с вами впереди очень много удач, успехов, путешествий и обязательно побед. Спасибо вам, мы вас очень любим. Наш отчетный концерт. Дорогие друзья, благодарим вас за улыбки и дружные аплодисменты. Дорогие друзья, мы не прощаемся. Мы говорим вам до новых!